абсолютно все избирательные участки области имеют возможность принять и организовать участие в работе хода голосования наших общественных наблюдателей. Они у нас обеспечивают реализацию конституционных избирательных прав граждан, являются избирателями, мы их называем независимые наблюдатели. Они осуществляют наблюдение не в интересах отдельных участников избирательной кампании, а в интересах избирателей, добиваясь обеспечения выполнения, качественного выполнения всех тех прав избирательных, которыми обладают граждане России, жители Ульяновской области. И нужно сказать, что это итог большой подготовительной работы. В течение нескольких месяцев, с апреля месяца начиная, они прошли достаточно серьезный курс обучения с учетом самых последних требований законодательства Российской Федерации о выборах, законодательства Ульяновской области, различного рода нормативных документов комиссий, которые организуют выборы. Это избирательная комиссия региона, окружные комиссии. И нужно сказать, что наблюдение осуществляется по так называемому золотому стандарту общественного наблюдения. Это интегральный такой совокупный методический документ, где учтены все актуальные требования законодательства. Он объемен, но он позволяет общественному наблюдателю буквально каждую стадию процесса голосования, от списков избирателей, от расположения мест для тайного голосования на территории избирательного участка, до других особенностей контролировать прям практически вот в режиме актуального времени, потому что совместно с общественным наблюдением у нас есть свой мобильный интерфейс этого процесса. Это специальное мобильное приложение, созданное Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». И там мы имеем возможность размещать любую информацию в режиме онлайн о выявленных фактах, тех или иных фактах нарушений, если они имеют место быть.